Всем привет, народ, рад видеть снова вас на своем канале, и мы продолжаем проходить GTA 5. И в конце, всю прошлую серию мы занимались подготовкой сначала к ограблению, а потом ограблением ювелирного. И, в общем, посмотрел я прогресс игры. Давайте переедемся. Ай, пофиг. Посмотрел я прогресс игры и... Хорошо, это я уже слышал. 12,5%, короче, пройдено. И если такая нехитрая математика говорит, что понадобится серии 60 таких же, как предыдущие, чтобы пройти всю игру. Ну, в общем, мы... Ну, наверное, не 100% нужно, чтобы до финала дойти, просто дополнительные не выполнять, если то быстрее получится. Что она хочет, я не знаю. И будем... Буду подлиннее серию выпускать, как предыдущий. Я же хотел это, дирижабль. Почему занят? Мне сказали, за Франклина можно. Не, все-таки я хочу заострить свое внимание. Ладно, ладно, давай. Че ты от меня хочешь, женщина? Что с тобой? Писить хочешь? Тони, ты что, по жизни обдолбанная? Еще одно одолжение. Да пошел ты, Ламар. Ну, то есть Франклин или кто ты там. На районе все знают, что ты стал гламурным типом. Да блин, если гламур означает, что я теперь не курю крэк, как в 92-м, то да, все верно. Мерзкая. Что? Сука. Чего? Ладно, извини. Но что же ты забыл про пацанов? У JB дела не очень, и ему нужна помощь. Нигер, нам нужна твоя помощь. Иначе мы все... Черт, что надо сделать? Опять эвакуатор? Ну, это неинтересно. Я так и думал, не хотел к ней подходить. И у тебя совсем крыша едет, пора завязать. Сядьте в эвакуатор. Давайте, может... О, меня сейчас чуть не сбили. Ты ее бы сбить разок, может... Клемается. О, у этого тоже выносливость. Да, конечно. Мне же интересно. Я думал, что-то интересное будет. Че, сюда, сюда, сюда. Прикол. Ой, че она так скользит, машина-то? Наверное, пуши едет. Так, ну почти доехали. Опять вонючий эвакуатор. Блин, я почти вписался. Ну, это неинтересно. Поехали тогда, чего? Опять эвакуатор. Можно по... Быстрее... Это, если что, не поезд, это я сигналю. Чтоб эта женщина ехала, шла быстрее. Куда едем-то? Не выпало там? 2 километра почти, ты угораешь? Ну давай, рассказывай, диспетчер, что у тебя? А чё, JB недолго ли болеет-то? По факту, вот Франклин говоришь. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tiny? Uh-huh. Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day. Some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Тут мы это тоже по факту, конечно. Yeah, that we can agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my Космолога? What you going to space now? You always did think you was so clever. Трамвай. Что-то, мне кажется, в 92-м не было в Лос-Антосе трамваев. Почему-то. Может быть, были в этом? Сан-Фьерро? Ну, тут вроде не было. Ну, построили, видимо. Маленький Сеул. Прикольно. Типа, Литл Корея. Так, мы почти доехали. Блин, я думал, что-то другое будет. Он там что-то беседовал, стриптизер, вроде же с ней. Это Ниша она или она Тоня? Это разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что
Он бы с Тони стал что-то это там. Ну, потому что он беседовал с Танишей, как... Вот это, что ли? Хорошо, хорошо. Сейчас сделаем. Не, давай еще. А, вот мне капслок, да? И нужен. Был незабинденный, да? Блин. Вот то, что я перебиндил, это самое. Чтобы ускорение. Так. Так, машины, байки. Так, подожди. Так, Не, наверное, это не это. Любой транспорт. Смотрите, наклон вперед. Наверное, вот это. Вот это, да, наверное, нету. Че, какую кнопку можно забить? Кстати, я на млоком могу воспользоваться. Это он? Нет, видимо, не могу. Так, назначение клавиш, еще раз. Тут все забито. Тут не забито. Вот. То есть вот здесь. Капслок у нас занят. Shift, точнее, да? А, ну капслок не занят, скорее всего. Нет, отмена тогда. Чё, какую кнопку-то сделать? Не знаю, вот это. О, ну всё, отлично. Главное не забыть. Подожди. Ёб твою мать. А, на контур. А поднять как? Ладно, я, короче, не тем, видимо, занимался. Так. Ну, я на паузу не буду уходить, потому что это нечто вообще, как я езжу, а тут еще я и в другую машину везу. Так что на это, наверное, стоит посмотреть. Хотя я все-таки надеюсь, что будет без инцидента. А, ну тем более они тут базарят. Кто такой Джей Би? Что с ним случилось? А, понятно. Прикол. Короче, Франклин тут самый нормальный, да, видимо? Угу. Зачем так Иисуса обозвал? Так, все, они набазарились уже. Ну, мы едем, мчим на всех парах, которых тут очень мало. Чем-то передачу переключил. Не едешь же вообще нифига. Вяу, вяу, вяу. Открываете ворота. А, ну чё. Хорошо. Все, пока. У нас тут важные дела. Мне деньги... Кучу денег надо забрать. Я катаюсь на эвакуаторе. Херней занимаюсь. Так, еще одно одолжение. По факту вообще. Тоже название прям подходящее для этой миссии. Ой, все, едем к Майклу. Что ж так мышка лагает меню? И вообще меню дико лагает. Ну, я читал, что, типа, меню тут
ограничено до 30 FPS, типа специально зачем-то, не знаю зачем. Когда у тебя остальная игра нормальная FPS, тут заходишь в меню и думаешь, что случилось. Я реально вначале не мог разобраться, потому что когда я только установил, вроде было на еще более-менее. Автоматическая винтовка. Хорошо. А, это типа мимо амунации, потому что приехал. Проехал, то есть. Какая быстрая машина после того говна, на котором я только что прокатился. Еще и с прицепом. Тихо, тихо, тихо. Идеально вообще, гладенько, все ровненько едет. Да все, я понял. Спамят мне тут. А, ну мне почти 2 километра ехать. Уйду я на паузу. Так, я доехал. Опять свернул там не туда на развязке и... Пришлось, ну, развернулся на встречку, чтобы не объезжать кучу. Фу-па-па. Ну шо, Майкл, где мои бабки? Майкл телек смотрит 100%. Опять бухает. В том же костюмчике. Вот и ты. Чё, как? Ну что, порядок? Ага, порядок, всё пучком. Да уж, по-любасу всё пучком. Короче, слушай. Брюлики у Лестера. Он знает парня, который знает парня, да? Который даст по 50 центов за что? Черт, когда расплатимся с этим психоном, у нас может даже кое-что останется. Сдрогнули. Так все кончено, да? Надеюсь. Это ограбление. Ты же спалился по полной. Любой, кто читал твое досье, о чем ты только думал? Дэйви, давно не виделись. А как же Тревор? Если этот псих догадается, нет. Узнает, что ты жив, он тебе устроит Армагеддон. Насчет него не беспокойся. Тревор мертв. Наверняка. К тому же я здесь совершенно ни при чем. Даже не знаю, о чем ты вообще говоришь. Правда? По предварительным оценкам, общая стоимость составляет несколько миллионов долларов. Альберту Стэнлич удалось спастись от грабителей. Но я просто работал и сказал этому, типа, уберите отсюда эти мотоциклы. Мне об этом ничего не известно. А другой выбегает из магазина, сбивает меня с ног и говорит что-то вроде, ты каждый день забываешь тысячу мелочей. Пусть это будет одна из них. Спалился, напугали меня, короче. Итак, возвращаемся в студию. Вот и Тревор. Тараканбек. Хочешь затянуться, сладкий? Тревор, милый, ты хочешь покурить? Не надо, Джонни. Тревор, ты опять с моей девкой спал? Я к тебе обращаюсь, говнюк. Не надо, Джонни. Я ему говорил, Тревор, говорил. Мы все любим кайфануть. Мы все любим одолбаться, но это не оправдание. Остынь. Лед туманит мозги, но это не оправдание такому поступку. Не может быть оправданий, говорю тебе, Джей. Ничего я не перестану. Тревор, я с тобой говорю, гнида. Да? И что же ты мне говоришь? Мужик, ты мою девку трахал, так нельзя. Я же должен кого-то трахать. Ты хочешь, чтобы я вместо нее тебя трахал? Ты этого хочешь? Ну ладно, снимай штаны, ковбой. Сейчас потрахаемся. Ты думаешь, это очень смешно? Давай, снимай! Я говорил ему, Тревор. Говорил. Не надо. Заткнись, Рон. У меня сейчас будет секс с наркошей. Сейчас он меня своим беззубым ртом обслужит. Пошел ты нахер, Тревор. Я ее люблю. Ну ладно, ковбой. И да, я знаю, спокойно. Тихо, тихо. Я не хотел ничего такого, я просто... Я накосячил. Знаю, ковбой, ничего, ничего. Обними меня вот так. Ой, чё ща будет? На, твою мать, сука, сука, сука. Ты с кем разговариваешь, а? С кем? С кем, уже не с кем. Я тебя спрашиваю. Чумо. Джонни. Другой раз даже не показывайся. Я только что призрака видел, а тут еще твою херню услышают. Вставай, вставай. Да ну тебя в жопу. Джонни, Уэй. Нет. Черт. Сейчас этот схлопочет еще, нет? Где он бежит? Теперь надо поговорить с осиротевшими братьями Джонни. Садитесь в пикап. А что там, не мог сесть?
Ты чё, олень, запрыгивай давай. Куда едем? Доберитесь до Крейпси. Тут машинки катаются, конечно. Чё расскажете? Уэйн, насчет призрака, который увидел. Его зовут Майкл Таунли. Похоже, он живет в Лос-Антосе. Найди его. Серьезно? У меня там кузен, но я не... Найди его, Уэйд! Значит, мне уже не надо встречаться с байкерами? Мы, конечно, спешим, но не настолько. Но если мы закопаем Джонни в пустыне и потом заткнем эту сучку Эшли, с которой ты трахался... Блин, я опять смотрю на сутки. Ты мне обязательно будет об этом. Думаешь, круто оскорблять женщин? Что оскорблять? Я и не думал оскорблять, я просто предложил ее убить. Ты назвал ее сучкой, у тебя что, матери нет? У каждого есть мать, по крайней мере, одна. По крайней мере. Чуть-чуть сократим. Что, я кого-то животного задавил или что? Байкеры должны быть на той ферме справа. Оп. Воу-воу-воу. Слышь, не видели Эшли? Джонни ее ищет. Представь себе, видел не далее, как 10 минут назад. Да, я видел ее на конце вот этого пенис. Джонни не понравится, если ты опять с ней мутишь. Да что ты говоришь? Да, а почему бы нам его самого не спросить? Эй, эй, ковбой, я тут твою бабу отжарил, что скажешь? Извини, не слышал. Что-что? Ты не против? Нет? О, это потому что ты труп. И все, что осталось от твоей башки, это пара извилин? И пара хрящей у меня на подошве? Ну, спасибо тебе большое, ковбой. Дерьмо. О, так держать, отрицание. Первая стадия принятия горя, братья. А теперь вам взялся за руки. Ну, я смотрю, что ты хочешь что-то мне сказать, да? Желаешь высказаться? Надеюсь, ты гонишь. Парни, ну вы куда? Пойдемте, дамочки. Если фургон приведет нас в лагерь, круг лишится всех проблем с байкерами. Блин, я бы так гнал от этого чела вообще, просто как дикий бы. Фургон не трогать, а тех, что на байках в расход. А я могу стрелять по ним? Видал, как они обалдели? Здорово мы их напугали, да? Да, один трево. Ага, хорошо, что они не распознали в нас полных придурков. Вас, точнее. Ты бы сзади ремни безопасности установил. Так, минус... Минус второй. Хе-хе. Пока не приведет к остальным, сидим на хвосте. Окей. Вот это гора. Крутой поворот налево, притормози, я на гору смотрел. О, хорошо. Да вроде перевели. На аэродроме еще станция, еще там и этого, как его. Ну ты понял. То есть, типа, он наехал на байкера, убил его и решил, прежде чем они будут начнут мстить самому, типа сам, всех убьет первый. Если мы здесь свернем налево, то сможем проскочить на ту сторону. Ну давай попробуем. Ага, хорошо. Ой, идеально. Тихо. Что-то я... Меня развернуло слишком сильно и... Я в итоге не сократил, не нагнал его. Но он там что-то сам притормозил. Меня ждал, видимо. Мы уже знаем, куда они едут. Да, я догадываюсь, но нужно убедиться. Когда будешь знать точно, высади нас с Уэйдом у трейлера. Можешь взять шефа, чтобы разобраться с ним. Мы сделаем это сейчас, Рон, вместе. Эти козлы от нас не уйдут. Давай, давай. Почти доехали. Куда направляемся? Капец, тут движуха. Сделаю себе байкерские цвета из кожи этого придурка. Ну, где все ваши? Завалил. Эй, смотри, они тормозят. Молодец, Тревор, они тормозят. Держите оборону, придурки, папочка наведет порядок.
Что началось вообще такое? Подожди, где еще? Что-то трэш вообще какой-то. Ну, она кончилась. А, на Кью прятаться. Я опять все перепутал. Ты куда поехал? Подожди, где там? Давай, перезаряжайся. Тихо-тихо, взрываться тут не надо. Берите у него права. Так. Чё ты уходишь из укрытия-то постоянно, без моего ведома, сука? Ай-яй-яй. Ладно. Туда ничего не долетит. Так. Чёрт, так много, они вообще заканчиваются там? Ух ты, чё я ожидал, да? Так, не, здесь закрыто. Где-то здесь. А, серьезно, блин? Прикол. Первая же миссия. За Тревора. Сейчас разберемся. Ой, молодец, спрятал. Так, чё, капслок? Мясо. Какой-то уже прототип начался. А, блин, ты ещё. Засранцы, я вас встречу. Отходите, не стесняйтесь. Ха, прикол. Можно так развернуться. Фига тут что-то все взрываться началось. Вроде пару бочек всего взорвал. Цепочечка пошла. Тихо, тихо. Что, блин, со всех сторон. Сюда, сюда. Так, наверное, вот так надо обходить. О, сейчас попал. Ой, красиво, красиво. А тут вообще все взрывается, мне кажется. Куда же вы? Давайте поиграем. Чего они все синие стали? Ладно, давайте возвращаться к пикапу. Чего там? А пикап-то не взорвался, я надеюсь. Ай, мне же не фургон, а пикап нужен. Спасибо, выручили. Машину живо. Они вообще реально помогали, нет? Вейт, ты почему еще здесь? Ты сказал, я сказал, ищи долбанного призрака в Лос-Антосе. Тебе стимула не хватает? А, да, и достаньте бомб липучек. Взял, оставил посреди недовольных байкеров, блин. Доберитесь до трейлера у реки. Трега живет неподалеку, зайдем к нему. Одно дело связаться с обдолбанными байкерами, но это же ацтеки. Ацтеки? Это просто название. Что, заодно и иллюминат? Анунак? Один из этих людей-ящериков? У меня есть знакомый китаец, ты можешь встретиться с ним в трактире. Он скупит столько льда, сколько мы сможем сварить. Наша контора занимается не только льдом, оружием тоже. Вот он, давайте его разбудим. Как, въедем в его дом? Ты что, Артега в этом округе главный?
Так, окей, газую. Уже не главный. Так дайте мне поехать. Блин, прикол. Чё, захлебнулся немножко? What the fuck, Тревор? Вот такого мой мокрый друг. Чё за дед с ним рядом? Ты теперь не удел. Пропащие теперь не удел. Стволы и дурь здесь отныне будут крышевать. Тревор Филлипс Энтерпрайз. Сказать еще не значит сделать. Ты меня понял? Я считал тебя психом, а не идиотом. Че, его побить? Мне не нравится, как он на меня смотрит. Они объявят на тебя охоту. Думаю, он все понял. Отстаки, это международная компания. Все? Ты уверен, что хочешь это сделать? Мы же всегда с тобой ладили. Все? Он смотрит прямо на меня. Может, ему колено? Он что, умер? Да, Тей, с тобой шутки плохи. Я думал, он просто упадет, а он взял и умер. Ну ладно. Мы же можем уходить, да? Доберитесь до дома Рона. Обратно едем. Да, ну и дела. Это был неожиданный поворот событий. Я всегда говорил, что стану здесь главным. Люди всякое говорят, когда сидят на спидах по 3 дня. Хочешь сказать, что я брехун? Конечно нет, ни в коем случае. Ты человек слова, судя по сегодняшним событиям. Как я сказал, так оно и будет. Может, не сегодня, не завтра, но настанет подходящий момент. Понял, так точно, сэр. Если я скажу, что сдох, значит, я сдох нахер. Но уж я-то не засвечу свою лысеющую жопу где-нибудь на пляже через 10 лет и даже говорить, что все хорошо, не буду. Ты про того призрака? Да, про Майкла, чтоб его там. Ты про него рассказывал, это был твой старый подельник. А кто третьим был? Третьим был Брэд, он мотает срок в федеральной тюрьме. Когда он узнает, что Майкл выжил после того дела? Да уж, а что по-твоему случилось? Если б я знал, то не лил бы по нему слезы все эти 10 лет. Что меня водили за нос. Говорят, неведение счастье. Странно это слышать от человека, который интересуется, можно сказать, помешался на поиске правды о разных исторических событиях. Я хотел тебя утешить. Выходи из машины, Рон. Мне надо подумать. Я доехал быстрее, чем... Беги! Быстрее, чем они закончили базарить. Это убежище Тревора, перепаркованное гаражеубежище, можно машины сохраняться. Вы можете модифицировать свои транспортные средства в любом гараже, Сантоска. Угу. Все по классике. Пройдите по трейлеру и найдите, чем там можно заняться. Даже так? Окей. Ну, он уже чем-то там занимается. Мне кажется, или мы что-то прострелили. А чё, актер Рон не разблокирован? Выполнено, мистер Филлипс. А чё, может, сохранимся заодно? А, далее. Забываю постоянно нажать. Теперь вы можете зайти в тату-салон и обращайтесь в салон. Чё, даже... Так, Рон входящий. Говори, ты же знаешь, не люблю я эти штуки. Нас уже подслушал. Тогда давай побыстрее. Дело на мазе. Этот китаец мистер Чен сидит в тракторе. В трактире. Тракторе. Ты сказал об этом по телефону. Мать твою, Рон, ты что, охренел? Теперь тебе придется наказать. Ты же знаешь, как я к этому отношусь. Хорошо. Не, подожди, а сохраниться-то где? Здесь же? Здесь же сказали? Или не здесь? Или вот здесь? Где он спит-то? Так, здесь? Здесь только что было. Во. Сохранюсь на всякий случай.
Но миссию пока не заканчиваю. Сделаю опять же подлиннее. Вон, 12%. Но сейчас уже больше. Так. Поехали. Вот и все, залечилась рана сразу. Так, где у нас там? Мы поедем по сюжетной, наверное. Знаки вопроса оставим пока. А это что такое? Аэробатика? На самолете, что ли, летать можем? Так, поехали. А что у нас только такой свет? Ближний, дальний не разделяется? Так, ну едем. Кому только мы едем? S это сюжетное здание же, да, называется вроде? New. Аэробатика. Что такое аэробатика? Ну, скорее всего, что-то с самолетами связано. Пойти логично, конечно. Что за гольф-кар тут гоняет по пустыне? Тут гольф-клуб где-то, да? В одних... гонки по бездорожью. Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь. Так. Что у нас здесь? Я думал, мне послышалось. Вроде там по-русски говорю. Тебя все еще не обслуживаю. А как насчет этих двоих? Тот, кто победит, попадет в черный список. Он победил. В черный список его. Реально по-русски. Он мой... А, точно, тут же русский. Он мой муж, говорит. Что у него с глазами сейчас было? Как бы то ни было, я спас твоего мужа. А если бы он другого выбрал? У меня встреча. Ладно. Но еще один труп в моем баре? Клянусь, я перестану тебя обслуживать. Мистер Филлипс, тут люди в таких костюмах ходят. Рад вас видеть, мистер Чен. О нет, я всего лишь переводчик мистера Чена. Мистер Чен сейчас... Я чего-то совсем окосел. Если говорите по-испански, то говорите друг с другом. Мистер Тао Чен, безмерно рад знакомству с вами. О да, по нему видно. Знаете, это потрясающее знакомство. Если у вас будет время, добавьте меня в друзья в Life Invader. Это лучший момент в моей жизни. Что это с ним, мать его? Обожаю, обожаю, это понеслась. Я пошел. Нет, не уходите. Прошу вас. Если вы уйдете, его отец убивать меня. Да мне на это насрать, возможно. Но мы слышали, что Тревор Филлипс Корпорейшн — это серьезный бизнес. Мы даем хорошую цену. Дело договорим. Мы партнер. Делать большие деньги. Я обалдею. Ну, я покажу вам производство. А он типа не в программе защиты свидетелей? Или он смог ускользнуть? А, понятно. Во все тяжкие у нас тут намечается. Шеф какой-то. Шеф, мы как раз собирались наведаться на кухню. Давайте поскорее, сюда едут ацтеки. Они думают, что ты завалил Артегу. И не ошибаются. Жми сюда, тогда сможешь завалить их тоже. Капец, он дикий вообще, мужик. Ты уверен, что твой босс не собирается сам употреблять всю эту дурь? Нет-нет, мистер Чен-старший дал четкие инструкции. Нам нужен надежный источник метамфетамина. Мы купим у вас товар и будем распространять его по нашим системам. Меня беспокоит то, что идет разговор, что-то там. Я не успеваю, короче. Черт, Трэл, у нас мало времени. Эй, шеф, где твои манеры? Это наши гости, усек? Мистер Чен и его покорный слуга. Ладно, чувак. Эй, рад знакомству. Тревор, у нас мало времени. Всему свое время. Так, господа, прошу. Проходите, осмотрим складские помещения. Неплохо, да? Заходите. А то, что у них на вывеске Ice написано, ничего, да? Прошу вас. Выпустите меня. С ума сойти, отдельная комната.
Экскурсия продолжится после небольшого перерыва, господа. Ну что, берем пушки, да, шеф? На помощь, помогите. Знал бы, что я что у нас будут гости, прибрался бы. Подожди. Почему он не хотел стрелять сначала? Давай, перезаряжайся. Ой, сейчас еще гелик этот взорвется. Вот этому хана, мне кажется, сейчас в синей рубашке вклечит. А, их тут много таких. Ну давай, взрывайся. Бац. А, можно чуть-чуть подольше пострелять, и оно быстрее взорвется. Так, хорошо. Спускаемся? Типа, ты думаешь, нас тут не прострелят? А, точно. Спецспособность есть. С чем я тогда это взорвал? А, еще снизу кто-то, да? Подожди. Там, что ли? Все получается. Йо-хо, где остальные? Кончились. Они нас обошли, наступают сзади. Беги в укрытие. Нас тут не подожгут вообще, мне интересно. Да беги, лень, ты чё? Где ты там? Блин, вот взял в кран, врезался. Так, ой, ФПС сказала до свидания. Давай перезаряжайся. Думает, стеком пора вымереть. Готов. Ну, попал. Там еще одна тачка. Ой, гранатки бы не помешали. Подожди, у меня есть гранатки? Не, подожди. Нету. Не, подожди. Ну ты мед. Вот давно бы так. И сюда. Они в здании? Подожди. Так. Вот это берем. Ты еще жив, что ли? Так, еще кто-то. Они здесь. Стеки такое же говно, как и пропали. А, еще один. А, ты не умер. Работать на тебе опасное занятие. Двигаем к главному входу в магазин. Живее. Да, шеф. Угу. Так. Сюда гранаты не буду тратить. Фу, чуть шефу башку не поставил. Давай. А этот-то помер, наверное. Наверное, оружие убрать лучше. Кажется, мы видели достаточно. Уходим. Но мы даже не добрались до главной комнаты. Я потом заеду и подпишу контракты, ладно? На жмуриков не обращайте внимания. Эй, Тревор. Мы все еще будем варить партию, еще бы, мать твою. Ладно. Чем младше новый контакт, чем младше. Теперь он доступен гонке по бездорожью. О, хочу на такой машинке покататься.
Так, ну все, в принципе. Можно заканчивать серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так, подожди. Тут за углом какие-то парни устраивают гонки. Машина, ну конечно, у тебя будет хорошая, пожалуйста, не бей меня. Пожалуйста, не бей, говорит. Я еду сохраняться, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, совсем скоро увидимся. Всем пока-пока. Короче, тут что-то началось. Байкеры. После того, как ты убил Джонни Кей, и они портят мою собственность, да? Громят мой дом, терзают мою душу. Я приехал просто сохраняться, а тут, конечно же, новая миссия. Вот ненавижу такую фигню. Эту статую бессильной злобы, она была в миллион раз ценнее, чем какой-то там Джонни Кей. А они ее раздолбали. Эти жалкие, бритоголовые неудачники. С кризисом среднего возраста, эти уроды в питерских кожанках. Они уроды, Тревор. Они уроды в кожанках. Что это, блядь? Уэйт, крестёныш, что я такие? Эй. Майкл чёртов Таунли, жена стерва, двое детей, 45 лет, нашёл. Лос-Сантос большой город, Тревор. Там много народу живет. От тебя толку нихера. А? Выясни, кто совершил это сраное ограбление, ладно? И живет ли там Майкл Таунли? Или кто-то подходящий под его описание? Я закопаю тебя, твоего кузена. Я понятно выражаюсь? Да, Тревор? Спасибо, Уэйд. А теперь улыбнись. Чего у него с лицом? Так намного лучше. Ну, вали. Сер держит. Ну что, Рон? Не пора ли нам? Поверить не могу, что они разбили мою статую бессильной злобы. Какая наглость. Какая охренительная наглость. Так, я смогу сейчас сохраниться? Мне надо скачать в эмунацию. Езжай на аэродром в Сэнди Шорс. Я смогу сохраниться? Все-таки хочу серию закончить. Не смогу, да? Короче. Ладно, тогда сделаем еще длиннее серию. Пофиг. Вместим это тоже, хотя я уже уселся. Так, этот уехал уже? Вот демон. А, мунация тут это, сельский филиал, да, есть еще. Я бы в таком месте не сделал бы. Прием. Я у тебя в задницу устрою прием. Что ты хочешь купить? Ничего, мне нужна снайперская... А, он не собирается еще покупать. Я не успел прочитать. Возьмите глушитель и улучшенный прицел для снайперской винтовки. Так, ага. Как там эти... детали-то купить. Изучить. Масштаб. А, не, просто купить. А зачем я купил? Глушитель, и что мне надо еще? Розовая кэш. Просто по приколу, 107 тысяч, нифига. Все, больше ничего не надо. Я сделал это задание? Не знаю. Верните глушитель и улучшенный прицел. Все, понял. Улучшенный прицел. А, вот. Так я купил? Купить. А, надо купить. А чё галочка-то стоит нахер? Все, полностью модифицировали оружие. Я думал, галочка-то значит, что у меня уже есть это. Что за такой бред вообще, конечно. Временами. Так, едем к Рону. Сокращаем тут, я думаю. Даже не одноэтажная, полуэтажная. Ага, сократим. Жди его до напорной башни, да? Вот я ее вроде вижу. Она не ломается, да? Койот, что ли? Зачем? Чё, дядя? Вставай. Я думал, он попипой. Вот, все, давай садись. Ну все, я просто хотел ему отомстить.
Да ты-то куда лезешь? Если я только что человеку башку прострелил, как будто у тебя есть шанс. Я что-то перепутал? Я увода на парной башне. Ага. Но не взрывается? Жалко, жалко. Что-то я шуму тут навел. Да иду я. Я еще не подъехал, но начал уже что-то говорить. Да я понял. Я тебя вижу. Так. А, тонкий намек. Так, цистерну что ли взорвать надо? Так, и что, мы ночь ждем? Ночь в пустыне, красиво. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. Подожди, я могу? The ATV can only Ой, нет, списывать не надо. Park it and don't let them spot you. А ты можешь заткнуться, я превью делаю. Так, это я свое перемещаю. Ладно, пофиг. Так, что нам надо? Так, подожди, где он? Так. Семи? Подожди, где-то здесь, да? Не, подожди. Я у дороги. Я его не вижу. Подожди, или он там где-то? Я его внутрь. Тихо, завали. А, вот он. У одного из этих пидоров как будто припадок случился. Это я. Я, не стреляю. Тогда шевелись. Шевелюсь. Ну ты меня прикрывай, ладно? Ай, подожди. Я думал, он будет держаться. Так. Вижу охранника перед лестницей. В диспетчерской вышке. Подожди, а я не вижу. Хряп, Ронни, давай. Кто-то едет. Они найдут того парня, которого ты грохнул. Так, хорошо, не убивай водилу, пока фургон не остановится и он не выйдет. Угу. Как он его увидел еще? Нужно выяснить, что он задумал. Все? Нет? По-моему, он звонит убитому. Можешь пустить его в расход. Видел бы ты его рожу. Мне кажется, от нее ничего не осталось. Один вышел из диспетчерской. Вали его скорее. Где? Да. Это было плохо, конечно. Внизу под вышкой еще один. Все уже. Метко стреляешь, Трев. Там на башне еще один парень. Наверное, ищет своего кореша. Прощай, морячок. Можешь следить за мной через прицел? Давай. Ты снова у меня на мушке. Раз убивать пока некого, сделай одолжение. Прикреплю взрывчатку к топливному баку. Не могу, кто-то выходит из здания. Я слышу шаги в дальней двери. Оказывается, у него был напарник, как раз выходит. Отлично, Тревор. Давай, давай, давай. Вот это, да, уничтожаем. Кажется, тут было проще подъехать, прикрепить и все. Oh, he
Я же попал в него. Катсцена включилась, когда я попал. Ну, то есть, мне кажется, да, или она просто включилась, потому что я попал. Так, защищаем взлетную полосу. Так, слезай, нажимаем капслок. Подожди, я не вижу никого. А, сверху, что ли? А, вон ты где. Так ты спрятался, конечно. Хорошо, а зачем нам самолет? Да для тебя любой мертвый хороший, мертвый, короче, любой человек мертвый человек, короче, любой хороший человек, короче. Ченис. А подожди, тут кто-то. Подожди, сейчас эти... Блин. Последним патроном. А, нет, не убил. Ой, что упало? Лестница какая-то. Подожди, ты жив еще, что ли, падла? Здесь, да, один? Можем начинать, чувак, поехали. Так, главное, подойти. Вентилятор не попасть. Самолет забит ящиками, Тревер. Остальное оружие. Шо, что не мне? Не пора ли взорвать эту бомбу? А, Г. Как по маслу. Vamos, поехали. Попал вроде. Попал. А ничего, что там самолет еще один? Кстати, я увидел. Мне кажется, у нас сейчас взорвется. Мне кажется, этого не должно было быть. Или мы именно к этому самолету. Мы везем фургон, блин. Эй, Паузаны, это место свободно? Не, все-таки мне придется летать. Думаю, для одного пассажира места хватит. Так. Удерживайте 5, чтобы взлететь. Тебя накрыли байки. Так, все. Я вообще не умею летать на самолетах. Чё, Кью? Радио у меня выключено. Так, тихо-тихо. Я вообще ничего не успеваю прочитать, еще что-то нужно. Мне кажется, надо... Не, я пролетать снизу не буду. Я сверху пролечу. Если это, конечно, безопасно. Не, я сверху пролечу. Я не трюкач, не такой. Вообще не трюкач. Конечно, сейчас врежусь куда-нибудь. Что-то там базарят, я вообще не успеваю. Тихо-тихо-тихо. Ой, сейчас что будет? Все, хана. Если я сейчас выживу, я охренею просто. У меня что-то в последний момент. Куда ты это самое?
Запаниковал, короче, как я обычно летаю в GTA в панике, потому что я вообще не умею. Ой, там большой самолет пролетел. Я по тени заметил. Куда мы летим? Тихий океан. Прикол. Это достаточно низко? Мне кажется, нужно как он лететь. Или ему типа можно? Здесь. О, касцена. А как? Серьезно? Как я его гоню? А если я не обгоню, то все, невыполненное задание. Кажется, он сам подправляет самолетом. Но сейчас я. Гора Джосайя. Или Джосайя, да. Я вообще не врубаюсь. Я пытаюсь лететь и никуда не врезаться, не упасть. Под каким-то диким углом еще. Мне кажется, я его обгоню. Он куда-то в объезд полетел. В облет. Что обсуждает, я вообще уже не вырубаюсь. Так, не, поворачивай сюда, мне кажется, да? Куда-то туда мне надо. Тихо, тихо, тихо. Падать не надо. А чё у меня дымится? Правый двигатель. А чё вот сразу, да, так жестко хотите меня испытать, да, я так понимаю? Я же не попаду. Я выжил там, я выжил здесь, но мне кажется, эта серия заслуживает того, чтобы досмотреть ее до конца. Это после такой поездки на самолете, полета такого. Офигеть вообще. Думаю, мы достойно отомстили за мою статую бессильной злобы. Сколько серий, интересно, получится? Это была понтовая статуя Трэ. Понтовая фигура из дешевого пластика. Но духовную ценность деньгами не измеришь. Это я к тому, что, может, ты хочешь отказаться от своей доли? Чтобы облегчить мои страдания? Хочу. То есть да, конечно, хочу. Ладно, хватит об этом, Рон. У нас еще много заказов. Тем, кто живет к югу от Большого Забора, больше всего нужны стволы. Тревор Филлипс Индастрис. Профессионалы. Административные инновации. Победители. Все так. А теперь уйди, я буду медитировать. А то, что тут жесть какая-то произошла, пофиг, да? Или все сразу? Что-то я пропустил, что он сказал. Теперь вы можете приобретать разнообразное имущество в Сан-Андреасе. Прикольно.
Я могу это... Имущество, которое можно купить, отмечено значком после... Ага. Это типа в зависимости от того, кто... Вы можете приобрести другую, например, гаражи, которые можно хранить. Коммерческая, еженедельный доход. Нифига тут, блин, прикольно всякое разное. Открывается, можно купить, играет только за... Это, наверное, кто? Франклин, да, наверное. Он же... У него же там дружки увлекаются. Купив этот ангар, вы можете перевозить контрабанду для Оскара. Давайте купим, если у меня денег хватит. 62 тысячи, нифига. Так, сохраняем. Что он там делает? Давайте купим в натуре. Где покупать? Здесь. Стоимость 150, доход 5 тысяч за наземную операцию. 7 тысяч. Давайте купим. Все, отлично, отлично. Эй, Ти! Привет, кореш, как дела? Привет, Оскар, как дела? Тут все на мази, брат. Но на юге такое творится, такое. Ну, я вот что хотел сказать. Ты же знаешь, федералы не хотят продавать оружие мексиканской брать, так что кто-то должен этим заняться. О да, пушки им нужны, брат. К счастью для нас, здесь их легко достать. Это и есть опыт, который мы дарим всем, правда? Ты американец? Никогда бы не подумал. Ладно, мы на этом деле оба наваримся. Правда, провернуть это дело будет сложно, что держит рынок там, нужно контролировать поставки здесь. У нас есть пара контрактов с местными. Самолет напичкан их грузом. Доставь пару посылок и возвращайся сюда. Говорят, в Америке производственный кризис. Но у нас с тобой экспорт налажен. Хорошо. Я буду на связи, парень. Все, пойдем. Вы купили полевой ангар Маккензи, здесь осуществляется сбор и перевозка оружия Сан-Андреас и из него. Вы будете получать, ну это я уже видел, и премию за хорошую работу. Прикольно. Но с моими уровнями полета, конечно, я не знаю, чтобы доставить контрабанду, сядьте в самолет или баги. А, вот в чем, вот как наземные операции, на чем будут. Денег, правда, нифига не осталось. Но мы сегодня не будем этим заниматься. Я уже надеюсь, мы заканчиваем серию эту. Где у меня там тачка? Теперь... Да я уже понял. Так, скорее всего, этот фургон начнет какую-то новую миссию, так что я возьму вот эту тачку и поеду сохраняться. Все, теперь точно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скоро увидимся. Всем пока.